Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1470. События дня. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божии». За 21 декабря 2019 года. Ну и обращение тут за помощью нашей деревни, староста деревни. Хорошо бы кто-то помог купить ему комбайн. Вот. Я буду более ускоренно передвигать странички, а вы курсором можете ее затормозить и считать. И дальше 4 ролика, как он живет, что есть. Обращение ко всем богатым. Подарите Игорю Барабаш в Потеряевке новый комбайн. А что подарит кто-то? Ну, Бог его знает. И дальше у нас переписывается, которое по изучению Библии называется «Содружество с чатом». И вот я все это и беру, что наши люди и хорошие мысли приходят. Ну и стихотворение тут у меня выставлено на сегодняшний день. Не знаю, просчитаете сами или мне его считать. У меня голоса нет считать. Ну вот, просчитайте. Можно было бы сделать больше. Вот так. Тормозите, просчитайте. Речь об имени Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Иегова там. Все забыли, ничего не знают. Я не согласен с этим, так и пишу. Вот. Ну, что в этот день произошло у нас тут? Батюшка приехал, отец Аким из Потеряевки. Побеседовали тут, поленько. Дальше он своими делами занимается. Снег шел. Тут Андрея днем не было. Андрюша у меня живет сейчас. Уже третий день пошел. Да. Ну, первый день считается, только вечером появился, так что его можно даже не считать. И сегодня записали ролик, какие у него изменения есть. Вечерняя была, много было исповедников. Приезжали тут. Ну, как будто бы все. Никаких событий не было. Я, моя обязанность дома порядок соблюдать. Воробьев накормить около сотни. Специальный стол накрыт у меня их. И там ящики выдвижные. Как вот, ну, стол, когда за которым занимаются, таких 3. И еще тут кормушка. И прилетает их много, жулана, им семечки дать, голубей. Немного, где-то 27, наверное, или 25, не поймешь их. Вот. С кошками, кошек 10. Володя их кормит, но которые здесь. Так, Володя, тут-то надо выпустить кошек, покорми скорее их, а потом загнать. Приголубь их.
Вот, выскочил, ладно. Ты постучи туда, остальные это где? Рекламу создать для себя. Белый, 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 белый. Где засунят? Паля, 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 паля. К Надежде Васильевне, видать, там от, у нас под полом у них можно ходить туда. Рыжая, рыжая, рыжая. Пришла только рыжая одна. Бабулька наша. Это бабка их. От нее главное. Убрать это. Валенки совершенно неуместно. Вот они приходят, знают, где царапаться. Ох, не успел погладить. Вещи только на своем. Туда ничего не ложить, иначе надо будет заваливаться. Нету, да? Ну и все на этом. Показать нашу. А ты. Слово Божие живо и действенно. Это у нас надписи везде. Надписи. Ну, часы стоят, нет. Вот три. Это моя койка, я лежу. Вот здесь. Это здесь Андрюша лежит. А там запечатанный дядя Вова, мы с тобой. О, Паля пришла. Паля, Паля. А откуда она выскочила? Ну, отсюда. Надо же, как она выскочила, даже Паля, не открылась Паля, ничего. Я попутно хочу показать здесь надпись у нас какая. Божественная. О, тут ничего не увидишь. Но почему? Я могу сделать освещение дать. Вот так. Видите, как у нас везде надписи. И в храме. Батюшки, когда нет воскресенья, я стал говорить проповедь уже два воскресенья. Меня пришли на дом, попросили, чтобы я говорил. Так, накорми их, и потом надо убрать, пока мы уходим. Иначе они тут провода перегрызут все.